Руководители двух управляющих компаний Ширинского и Усть-Абаканского районов рискуют попасть под уголовную статью. Основанием для судебных разбирательств могут стать долги за электроэнергию. Россети уже направили соответствующие документы в МВД. По мнению энергетиков, обслуживающие организации, имея возможность своевременно вносить платежи, сознательно копят долги за электроэнергию. Речь идет об управляющей компании «Наш дом» в Ширинском районе и муниципальном предприятии «Тепловодоресурсы» из Усть-Абакана. Общая сумма задолженности составляет более 30 миллионов рублей. Энергетики уже представили все необходимые документы об имеющихся долгах и просят сотрудников полиции проверить деятельность коммунальных предприятий.